Всемирные новости. Продолжается совещание директоров ГСБ на космической станции «Филадельфия». Наш корреспондент Кассандра Блэр расскажет о проблемах, стоящих перед ГСБ в этом году. Вчера правление ГСБ обсуждало вопросы бюджетной политики. По словам директора Кинсбурга, основное внимание в будущем году будет уделяться не военным вопросам, а экологии. Уничтожение Тиберия стало более насущной задачей, чем борьба с... Простите, что прерываю, но у нас срочное известие о Филадельфии. Только что произошел несчастный случай. Да, детка, да! Катастрофа. Ужасная катастрофа. Мы постараемся выяснить, что именно произошло, но пока причины этой страшной трагедии остаются неизвестными. Сейчас вы снова увидите Кассандру Блэр с репортажем от Северо-Восточного центра. Кассандра? Уильям, надеюсь, меня слышно. Тут творится что-то невероятное. Здесь полно дыма, ничего не видно. Горящие обломки падают на город. О, боже! Невероятно. Гибель Филадельфии не несчастный случай. Мы снесли голову Гидре враждебной идеологии. Конец страха и рождение надежды. Дети Нот, возрадуйтесь! Кровь ваших угнетателей потечет рекой. Придет конец полувековой тирании. Грядет перерождение. Грядет новая эра. Будущее за нами. Так, поступили свежие новости из северо-западной зоны. Они появились внезапно, совершенно неожиданно. Начали падать бомбы. И не похоже, что они выбирали цели только структуры ГСБ. Это была беспощадная бомба. One vision, one purpose. Ну вот, дела неважнецкие. Братство атаковало все крупные синие зоны. Противоракетная оборона все еще не работает, многие части ГСБ окружены, и я понятия не имею, кто у нас сейчас главный. Но сейчас не до протокола. Захваченное все северо-восточное побережье, а хуже всего дела тут, в Вашингтоне. Генерал, начинается эвакуация. Отправляйтесь, Сандра. Но вы же не останетесь здесь. Это приказ, Сандра. Есть. Кирс Джеймс ведет вас в курс дела. Теперь вся надежда на вас. Спасите этот город. Мне бы хотелось больше не поиграть за Нот, если честно. Итак, вот последние данные. Силы Нот продолжают наступать. Их цель — Пентагон. Вы понимаете, что важнее объекта в городе нет? Это мозговой центр всего ГСБ. Потери Пентагона — это полное поражение. Не допустите этого. Я бы с радостью его потерял бы. Пентагон. Филадельфия сбита. Рейкьявик захвачен. Последний командный центр ГСБ в Пентагоне осажден войсками НОТ. Блин, вот это вообще просто голубая мечта всех патриотов. Потеряв Пентагон, мы потеряем все. Слава богу, на самом деле. Вы должны отстоять его, чего бы это ни стоило. Сначала восстановите энергоснабжение и систем обороны. Это позволит вам отразить основную атаку. Затем направьте в здание инженера, чтобы восстановить линии связи и управления. После этого начните контратаку и ликвидируйте все объекты НОТ в районе операции. Да, будет так. Поехали. Капитан Хантер! Нет! Поступило сообщение. Да! Защитные сооружения Пентагона отключены. Требуется, чтобы инженеры захватили энергостанции. И как я понял, это сделать надо как можно быстрее. Данные обновлены. Так точно. У меня все с собой. Есть. Пехота, вперед. Повышение. Ну что, ребята, начинаем? Так, надо, да, я как можно месте. Сейчас быстрее пехоту ноду уничтожить, чтобы они не расхреначили нашу базу. Благо, расстреливать они их будут террористы НОТ за китайской Пасхи, поэтому особо волноваться, значит, это не стоит. Прикройте. Докладывай. О, а вот арабские террористы, это, конечно, уже другая проблема. Мы лучшие.
К работе готов. Я на месте. Так, ладно, заходи по одному, выходишь на голову. К работе готов. Пехота здесь. Так, еще одну станцию, давайте. Постройка захвачена. Есть. Постройка захвачена. Тут и встанем. Есть. Энергия поможет Пентагону. Поступило сообщение. Я разберусь. Пусть инженер захватит Пентагон и восстановит командно-управляющие системы. Ну, как мы видим, Пентагон уже в таком полуразрушенном состоянии находится. Ну, что же. Один инжа сейчас все восстановит. Прям как в голливудских фильмах. Так, денег у нас ноль. Приказывайте. К сожалению, так ничего не сможем отремонтировать. Кстати, что-то я плохо помню. Мы, по-моему, в этой миссии даже и полноценную базу, что ли, не построим, насколько я помню. Нам, по-моему, будут эти суплай задавать. Постройка установлена. Устанавливаю видеосвязь. Оу. Отличная работа. Что бы мы без вас делали? Обнаружен. Радар снова включен. Не за что, девочка. Крупное скопление сил противника движется на запад. Твою мать. Уничтожены энергостанции и системы обороны без питания. Вы должны отстоять Пентагон. Блин, девочка, ты такая умная. С такими глазенками на меня еще посмотрела. Направьте стрелков в каждую из четырех вышек, отразите нападение пехоты нот. Ну вот опять все через жопу. Учтите, чтобы эффективнее контролировать территорию, пехота, стрелки и ракетчики могут занять ближайшую постройку. Выберите пустое здание в нужном районе и прикажите пехоте его занять. Спасибо, дочь капитана очевидности, я тебя понял. Так, какие у нас новые данные? Захват здания. Это понятно, это и вам понятно. Так, короче говоря, ждем. Отражаем атаки. Я на месте. Так, опыт. Там чисто? Опыт нам нафиг не нужен пока. Нам нужны деньги. В пути. Докладываем. Ой-ой-ой, ладно, занимаем побольше здание. Побольше пехоты занимаем здание. Мы лучшие. О, да! Так, все, пусть. Прибыло подкрепление. Захватывает. Все готово. Так, там, а инжу куда-нибудь подальше. Вот уже и подкрепление. Простите, пришло, отлично. Самый раз. Ну чем, танцуешь? А, БТР. Бронетранспортер ГСБ. Это шестиколесный вездеход, предназначенный для транспортировки пехоты на поле боя. Так, ясно. Неинтересно. Устанавливаю видеосвязь. На БТРах можно перевозить войска. Вы должны знать, что посадка и высадка отряда осуществляется так же, как и размещение гарнизона в постройке. Чтобы высадить войска, нажмите кнопку выброска и щелкните правой кнопкой мыши «Выбранный для высадки участок». Войска могут вести огонь прямо из БТР. Фарштейн. Ну, давайте попробуем. Дайте всех. ПТР! Гранатометчики ГСБ хороши при зачистке построек. Чтобы выбить противника из постройки, прикажите гранатометчикам атаковать ее. Атакуют. А, только проблем. Так, гранатиров прислали. Поступило сообщение. Отлично. По данным разведки, братство Нот развернуло аванпост на вершине холма. Не дайте им атаковать Пентагон снова. Уничтожьте штаб на аванпосте. Ну, как развернет, так свернет на самом деле. Так, что я совсем не заметил, да, подкрепление у нас. Так, это у нас гренадерщик. Данные обновлены. Ты прав. Новое задание. Чего? Повышение. Аккуратнее. Так, давай, бегом. Гранаты нам как раз таки помогут. Идем. Нас не ждут. Ты прав. Раз, два. Мы куда здесь. Еще? Вот в эту нам машинку. Туда. Гранатометчики. Так, давайте, садимся. Кстати, ребята очень такие хорошие. Эффективные, особенно против зданий. Что приказом? Страшно связи. Давай, мощь. Когда выступаем? Покажем им! Новое командир! Задание. Кстати, вообще выбивают на раз-два просто. Другое дело, что тут довольно-таки много нодовцев. Когда выступаем?
Так, давайте сейчас отсюда гранатометчиков из этой машинки, наверное, выведем, потому мы что она здесь. Уже скоро сдохнет. Страшно связи. Так, отлично. Командир. Мне казалось, их больше было, этих машинок. Ну да ладно. Когда выступаем? Исполняем. Едем дальше. Чего? Вперед! Жду приказов. Выдвигаемся. Так, вот это здание. Отлично, просто вообще-то войска в окуривании самые идеальные, на мой взгляд. Оружие к бою. Так, основная база у нас здесь, нодовская. Окей, отлично. Так. Объект атакуют. Бей их, бей их! Прибыло подкрепление. О, еще supplies, отлично. Как раз-таки вот эти два БТРа на недостающих гранадиров и понадобится подкрепление нам. Готово. БТР ждет приказа. Отлично, так. Когда выступаем? Давай, заходим. Жду заходим приказов. БТР, ребят. Нас не ждут. Время не ждет. Гранатометчики! Командир! А, БТР фу ты, вы уже с гранатометчиками, оказывается. Ладно. Так, эту постройку, эту базу, как я понял, что тут надо захватить или снести нафиг? Уничтожьте северную базу, ага. Давай еще. Страшно связи. Где парковка? К штурму готовьсь. БТР ждет приказа. Давайте уничтожим ее. Страшно связи. Объект атакует. Исполняю. Так, они могут давить пехоту, нет? БТР ждет приказа. Поживее! Я засек их! Поживее! Да-да, давай, уничтожай всех! Я просто. Засек их! Ну, сейчас наши ребята быстро справятся. Бей! Все, базы нот уничтожены. Так, собственно, где бы еще подмогу бы здесь? Довольно интересно, то есть у нас тут... БТР ждет приказа. 8 БТРов, и это все? БТР к бою готов, сэр. Выполняю приказ. Это что такое? Ёб твою дивизию! Что за нахер? Когда выступаем? Исполняю. Мы идем. Так, ладно, придется идти, приказ. Потому что, смотрите, сейчас... Блин, сейчас нафиг снесут скоро все. Так. Мы быстро разберемся с этим. Ну, это вроде все, как я вижу. Я ой, блин, мотобайки, твою мать. Оружие к бою. БТР ждет приказ. Выдвигаемся. Повышение. Жду приказов. БТР ждет приказ. Исполняю. Страшно сядет. Вот это вот очень неприятный элемент. Уничтожим! К штурму готовь! Так, в первую очередь надо валить именно по... Где парковка? По гранатометчикам. Прям вообще в первую же очередь. Командир! Хорошо, что подкрепление подходит потихоньку. Вижу цель! Так, валим этот... Джипик, баги, нахрен. Что, сейчас самое главное место для бомбардировщиков захреначить. И осталось нам краны чуть-чуть. И в принципе все. Задание выполнено. Миссия выполнена. Да, чуть-чуть я отвык, забылся немного про Command & Conquer, но ничего, сейчас будем все вспоминать. Прекрасная работа. Пентагон спасен. Но весь регион еще под угрозой. По всему побережью идут бои. Отбейте авиабазу в Лэнгли и получите поддержку с воздуха. Или же займитесь Хэмптон-Роудс. Нот высаживают там войска. Захватите базу и перекройте им снабжение. Им вы урежете подкрепление, а сами получите бронетранспортеры. Захватив обе базы, вы сможете заняться освобождением всего округа. Да. Ну, твои глаза, твой проникновенный взгляд, просто вообще не могу. Так, ладно, тем не менее, Пентагон мы отстояли. Фух, атаку ноты отбили. И теперь у нас дальше будет, по-моему, дилемма сейчас. Либо идти захватывать самолетики, либо на Хэмптон-Роуз фигарить. Да, все сделали, мы вообще все в медалях, в соболях. Так, это у нас, получается, восточное побережье. Да, East Coast.
Так, ну что, Пентагон мы отстояли, теперь мы пойдем либо на авиабазу Лэнгли, либо в Хэмптон-Роуз. Авиабазу, собственно, получим к осадке, Хэмптон-Роуз получим мы бронетранспортеры. Ну чё, давайте тогда по очереди, наверное, следующую миссию тогда сделаем авиабазу Лэнгли. А после получения авиабазы уже займемся бронетранспортерами. Что, спасибо всем за просмотр второй серии, дорогие друзья. Так и будем, в принципе, по одной миссии на видео делать, чтобы не было слишком большого хронометража. Всем спасибо за просмотр и пока, до следующей серии.